штаб футбольного клуба «Тосно» для вас сегодня. Итак, открывается турнир. Вперед, друзья! Для открытия турнира мы приглашаем двоих футболистов футбольного клуба «Тосно». Капитана команды Младена Кашчелана и голкипера команды Артура Нигматуллина. Уважаемые судьи, пожалуйста, озвучьте, кто играет на каком поле. Турнир начинает. Во-первых, мы поздравляем всех участников, и от имени клуба мы вручаем сертификаты всем, абсолютно всем юным футболистам турнира и купоны на право посещения парка развлечения Angry Birds Park в городе Санкт-Петербург. Призы вручают футболисты футбольного клуба «Тосно». Я с конвертами иду. Русский не забудь.
Ну, ребятки, вот и завершился наш детский турнир. И итоги таковы. На правом поле играли самые маленькие, это дети 7-8 лет. Но, к сожалению, так получилось, что у нас одна команда не приехала, и мы прикинули 2008 год, славянских ребят в тот возраст. Не переживайте, да, конечно, они были чуть посильнее, вам было играть с ними посложнее, но тем не менее, первое место в той возрастной группе заняла команда «Сланцы 2008». Наши... А в старшей возрастной группе победила команда «Кингисепп». Награждение проводит президент Федерации футбола Ленинградской области Борис Романович Пайкин. Второе место заняла команда «Луга» 2008. И третье место команда «Динамо» 2007. Игроком турнира в команде 2008-2007 назван игрок команды «Луга» пшеничный Егор! Поздравляем победителей, призеров, всех участников. И я прошу Бориса Романовича Пайкина от имени футбольного клуба «Тосно» наградить этими шарфами председателя Федерации футбола Сланцевского муниципального района Игоря Викторовича Рулева. Председателя комитета по физической культуре и спорту Сланцевского муниципального района Дмитрия Александровича Подольского. И исполняющего обязанности главы администрации Сланцевского муниципального района Павла Викторовича Порина. Ваши аплодисменты, друзья! Церемония проведения турнира, церемония награждения футбольного турнира на призы футбольного клуба «Тосно» объявляется закрытой. Мы вас поздравляем, вы сегодня победили, вы сегодня молодцы. И давайте до встречи на следующем турнире. Ебу, ура, ура, ура!